Бонжур. Он реально затащит. Давай. Мужики, найс, мы просто с гуаками закошмарили их. Это просто жесть, мужики. Так, всем квакаё, братва, и сейчас... О, нифига себе, сейчас стартует секретная анимация. И после секретной анимации мы сразу летим разносить катку, потому что у нас сегодня челлендж только с оружием противника уничтожать. Поэтому пацаны полетели. Так, главное броню еще не забыть закупить. Go. Поэтому, пацаны, сразу броню закупайте нам. Так, опасно. Они все на КТ, мужики, живите. Я всех убил. Убил одного. Еще одного убил. Да, я понял. Все, забей, я добиваю последнего. One tap. Все, one tap есть. Найс. Ух, мужики, ну это неплохое начало. Не забывайте, что нам нельзя сейчас ничего покупать, потому что надо шакалить пацанов, чтобы забирать у них дроп. 4 гранаты слетело. Смоком убью. Во-во-во, Тёмка. Тёмку закинул. На КТ много. Найс. На КТ двое. Окей. О, пушечка ко мне приехала. Ай. Все, мужики, у меня пушечка есть, живите. Ух. Мужики, найс, мы просто с гуаками закошмарили их. Сейчас... Сзади. Я убью сзади, живите. Можете сейчас... О, я выбью с него дроп, мужики, идите забирайте. Бегу. Опа, привет, мужик, я тебя хочу зарезать. А. Блин, обоим так-то опасные действия сейчас с твоей стороны были, давай-ка без этого, слышишь? А у нас чел закупился. Не закупайся. Иначе кик. Все, я ему написал. Надеюсь, он сейчас поймет свою ошибку. Ой. Флешка. Он бежит, выкидывает. Найс. Отлично. Их вижу. Не могу убить. Да, боже, они... Софочка, куда ты лезешь? Так, наша цель снова искать жертв. Что поделать? Мы опять без ничего остались. Опять как бомжи нищие. Только поднялись уже, опять бомжи. Тихо, тут никого нет, я зашел. Мы убили там кого-то. Ставлю пакет. А! Помогите! Нет! У меня 3 патрона, убью! Убил, отлично. Двое КТ, Дань. Так, тихо, я живу. Да боже! Боже! А! Еще! Ну! Кель, давай! Все, в лицо дроби выстрелил неплохо. Ладно, пацаны, я за нашу команду выпью киберспортивного сиропа, чтобы мы подняли скилл. Короче, кидаем туда же гранату. У нас, походу, одна единственная тактика рабочая, это граната. Чисто игра на выбивание. А, они разоблачили нас! Это игра на выбивание, забей. А, где... Зачем я на башке чей-то бегаю? Я из-за того, что на башке бегал, я поднялся вверх, и меня убили. Давайте, мужики, понятно. Вы сможете. Мне нужна допомога. О, найс! Найс, у вас спина. Ставлю пакет. Найс, изи. Это жесть, мы что, с первой катки прям нелегального челленджа так выиграем? Это законно? Нет. Так, мужики, все на месте? Все, полетели. Да. Один. На спине, найс, слетел. Тихо, живу. Еще это что, он умрет? Боже, он стоял, ждал меня. Так, я придумал тактику, они сейчас в доме будут по-любому. Нам надо в дом именно в дверь хаешки. Попасть, хаешки. Поэтому, пацаны, не промахнитесь. Если мы попадем сейчас все вместе в дом, то им хана. А мне пацанчик дал дробовик, пацаны, еще думает. А, выкинь. Это не считается. Тебя нельзя... Вот сверху. Минус 11. Да боже. Тихо, я затащу, мужики. У меня короночка сейчас будет ждать. Чекайте, one way smoke. Найс, nice, next. А! One way smoke взял. Да, добить. Ну почти. О! Найс, Софочка, куда? Добил Софочку. Ты все взорвал кентуху. О, найс. Nice. Отлично, спасибо за клашек. Ты офигел, я его убил! Найс. Лови аптечку. Лови. О, не докинул. Лови, калаш я тебя скину. Ну, алло, так нельзя уже, на, бери. А. Ты ж подобрал уже, значит, ты должен с ним все, играть. О, нарушили правила. Все. Мы вернули правила на место. А, ну, смотри, последнего я... найдите срочно. Найдите и уничтожьте. А, я нашел! Да, знаешь, у меня есть. Тихо. Убью. О, найс, отлично. Ладно, дотянусь. Руки маленькие. О, поехали. Не, слышишь, это идеально было. Изи. Походу победная, пацаны, сразу. Найс. Так, короче, смотрим, сколько нам дают, и сразу летим в next катку. Это просто что-то изичная катка. Я думаю, нам надо посложнее соперников, молясь. Что думаете? Мне сейчас еще и глобулы, походу, дадут. А, нет. 29. Так, и все, в next катку.
Так, все, пацаны, стартует вторая каточка, и я забыл сказать одну вещь, пацаны. Разработчики мне выделили пару промокодов на розыгрыш в видосе, поэтому, пацаны, чтобы участвовать в розыгрыше, напишите комментарий какой-нибудь креативный с вашим ID в игре. И поставьте лайк, и все, и вы участвуете. Ну все, пацаны, продолжаем, короче, разносить. А, я броню забыл купить. Обои, ну в спину-то забери, давай. А, чё, что? Чё? Так, ну, в принципе, шансы есть против какого-то клана жесткого, но я думаю, у нас клан пожестче будет, да? Да. Не уверенно так звучало. Убил. Есть в сайте, зашел. В сайте, аккуратно. За плентом. В хедшоте дал. Дал ХЕ, он умер. Найс! Нифига себе. Также по такой же тактике работаем шоколиной и все, и выигрываем катку. Как говорится, шоколиный волк, жара, июнь, или как там говорится? Огонь. Ты чё курил сегодня? Ты чё гонишь? Осуждаю такое. Ты чё нюхал? Ты чё гонишь, осуждаю такое? Ты чё пил? Я только киберспортивные стеропы. Приветствую. Понял, слышь, это клатч с пистолетом легендарный. Отлично! Хорош! Так, мне надо срочно клатч перехватить. О, он тут упал. Просто гений. Мужики, ну, это заслуживает 100% лайка. А, ну спасибо. Найс, нифига тебя уничтожили. Я видел это. Кидаю в ванвей флешку. Короче, мужики, больше не пушим, стоим, короче, по точкам и ждем, пока они нам принесут дропчик. Понял, принял. Напишите, принесите дропы, пожалуйста. Найс. Они говорят, мид дадут. Засмочу. А, они дроп реально принесли, вы что, гоните? Это нечестно. Не, честно. Я без крысы, пацаны, мне жалко. Вот тебе все честно, пацаны. Равняли шансы. Капец, они бомбят жестко. За что вы их так, пацаны? Они хотели просто дружить. О, дробовик откуда-то взялся. О, отлично, калашек себя выбил. Боже, я не смог его взять! Не дотягивается рука. Все, дотянулось. Найс. Гоу, мы вам раунд сольем, чтобы было честно. Давайте реально им сольем, чтобы они реально... Чтобы они этот... Ой. Не писали, что мы фу. Надо по красоте сделать, пошлите сделаем. Давайте сейчас опять их убьем. Не, давайте в этот раз поддадимся им. Так, теперь мы чисты и готовы уничтожать. Все. Знаете, что нам надо делать? Блин, я не знаю, какие тактики у затеров можно делать с пистолетами, чтобы выбить с них дропы. Я думаю, с меда можно убить их. А, тихо, опасно. А, нет, не убить. Опасная тема. Второй готов. Боже, ну что за фигня 85, Лёха, ты как не убил? Кого я двоих уже убил, не. О, отлично. О, я победил! Все, я взял пушечку, отлично, мужики. Фух. Так, давайте на мид, с мида выйдем, я думаю, с мида можно будет тащить жестко. Давай. Я до сих пор засейвил свою пушку, блин, я уже раунда 2 с ней живу. Это рекорд, по-моему. Тихо, откуда? А да, блин, откуда они выходят? Его ж там не было! Блин, ну нам опять с нуля. Блин, самый ответственный раунд, нам его надо забирать, а мы с пистолетами все. Это жесть. Помогите! Выходим, не сети. Да забей, просто пуэн дайте. А, он бессмертный! Чекайте, это изи, величайший клатч. А, я понял, патроны просто... Ну да, здесь патроны специально, слышу, обгибают его, чтобы не попадать. Все, шок. Отлично. Да, я не могу скрыть. Все. А нет, три на Б. Я не могу. Прикройте, обойди, прикройте. Да, что ты? А, он, да как его убить? Уходи. Я почти убил. Продамажил. Там двое налечены, если что. А, найс, поднял. О, нифига он! Воу! Сверху! Он реально затащит! Два патрона! Мужик, давай! Да ну нафиг!
Мужики, давай, дожми не... кнопку! Xiaomi подвёл! Мы выиграем! Мы выиграем! Это просто жесть, мужики. Блин, сколько плюс дадут? За такое это, конечно, станок нас подвел. Ну ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк. И всем до следующего видоса.